Каретка GT – это вот уже вторая или третья партия песка, которая высыпается вот из того отверстия. То есть у нас тросик проходит сквозь раму, и там отверстие сквозное. Сейчас я попробую туда отверточкой засунуть. Нет, не видно. Ну, в общем, короче, грязь попала вот сюда, поднялась в перья, и где-то на сантиметр набилась вот сюда вот в перья. Сейчас я вот это все оттуда высыпаю. И сейчас еще дальше буду туда тыркать, и он оттуда сыпется прям нормально так.